Этот фильм будет о том, как построить домики, сказочные домики, домики гостевые или домики для детей. То есть вот они сделаны в таком интересном стиле, вот это грибочки. Это очень, как бы сказать, простые относительно работы. Почему они простые? Потому что они гладкие. Гриб и в Африке гриб. Вот видите, пенек, домик, это эскизы. Но фильм будет обзорный, как вот реально сделать домик сказочный, необычный в виде грибочка. Это вот, видите, двухэтажный дом, и все это можно как бы вот планировать, делать, и, как говорится, будем, это не сложная работа, ее можно делать у себя во дворе. И вот смотрите, такую вот работу сделал мой зять Коля. Это реальная работа, домик для детей. Нашелся человек, который нашел средства для такого домика. И вот так он выглядит. То есть это грибочки, как я говорил, это очень просто. Просто почему? Потому что вот стенка шершавая, гладкая, и какую сделаешь, так и будет хорошо. Ну, вот такие ступеньки, он как бы сделаны почти в два этажа. Там есть чердачный такой заход. И смотрите, прекрасно он смотрится. Этот домик находится в Калужской области. Там есть село такое, прям в лесу. И осталось несколько домиков, и люди, кто остался жить в этом месте, и у них такая осталась память о том, какие были деревни. И вот такой вот человек, который имеет средства, он поддерживает это село, деревню, он делает дороги и, как бы говорится, и сам сохраняет свои корни. Корни именно вот дача вот в этом селе, потому что, ну, видать, и родители его там были. Это очень важно, сохранить корни. И вот он решил для детей построить вот такой вот сказочный домик. Ну, фильм как бы старый, уже лет 12, наверное, назад мы делали, 10 лет назад. Ну, вот первые такие работы, потому что нашелся тот, кто дал возможность сделать такую интересную работу. Ну, обидно, что нету фоток, а как же он выглядит внутри? Но он выглядит внутри, там все сделано по дереву. Вот после как бы таких домиков мы делали вот такие домики. Это охотничий домик, это вот такой домик в ресторане, вход в ресторан город Киев. Это вот беседки всевозможные под дерево, это Россия, Подмосковье с камином и барбекю. А это вот Киев, такой вот ресторан, сделанный, будем называться, Колыба. Это мой дом, тот же, он относительно простой в том, что такой декор, он несложно делается, просто обкидали штукатурка, вырезали декоративный камень, и он работает как, ну, интересный такой домик. Это туалет в Серпухове, вот представляете, это вот охотничий дом Таруса, рядом он, видите, деревянный домик, там Брежнев охотился, то есть это такой серьезный заповедник, в котором мне повезло работать. Это беседка, вид сверху, с водоемчиками. Это вот такой, в Калуге есть входная группа на дачный участок. То есть там сторож и вот такое оригинальное решение. Это просто беседочка на водоеме. Там он, видно, люди уважаемые идут. Это под Киевом есть такое вот детское кафешка, сказка называется, лесная сказка. Это тоже вот такая вот беседочка. Ну, старые работы, которые, ну, то есть нарабатывались, взгляд на беседки, на домики. Это вот такого плана под деревья, более сложная работа. Это Винница, охотничье угодье, которое там тоже находились люди, кто и животных там поддерживали, и находили смысл в том, чтобы, ну, строить такие домики. Это вот Баба-Яга тоже под Винницей. Это пчелиный улей. Ну, в нем можно спать вместе с пчелами. Пчелы в улике спят, а люди на улице. Это Химки. Вот такая вот беседка тоже. Простая беседка в виде бревен. Это Винницкая тоже охотугодье. И вот смотри, так оно выглядит. И водоемы, и лоси здесь. Это тоже рядом такое охотугодье. Там находятся типа гостиничные номера. И вот люди делают такие работы у себя во дворе. А это баня под Киевом. Одна из первых работ Коли зятя. Вот она до сих пор моет людей.
Это вот беседка в Серпухове с водоемчиками вот такими вот. Это Киев. Вот такая интересная тоже беседка под русский стиль, сделанная замысел. Ну, а это вот целое направление, то есть первая работа, которую мы стены делали вот как бы под бревна. Ну, и вот возможность строить реальные дома. То есть тоже нашлись люди, которые инвестировали в этот проект деньги. Это вот мой дом старый, ну, тоже фотографии там 10-летней давности, то есть начало, то есть оформление моего дома. Ну, вот такой вот фильм я решил вам показать о сказочных домиках и вот все, что это можно делать, и было бы желание, то есть, ну, и как бы целое направление, которое является коммерческим продуктом, то, что эти, то есть дома, многие хотят иметь дома в своем дворе, иметь сказочные дома.